Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 в студии Анна Лапшина. Здравствуйте. В России растет число заемщиков, не готовых на первоначальный взнос при покупке квартиры в ипотеку. Количество россиян, имеющих на старте не более 10% от стоимости недвижимости, за последние 5 лет увеличилось с 1 до 6%. Об этом говорится в исследовании компании «Мель недвижимость». При этом количество сделок с первоначальным взносом от 10 до 15% сократилось вдвое. Эксперты связывают это с тем, что доходы граждан уже несколько лет не растут. Дайджест недвижимости. Наказание за нелегальную перепланировку квартир ужесточат уже в марте. Об этом сообщил замминистра строительства страны Андрей Чибис. По его словам, сейчас идет доработка законопроекта после первого чтения. Поправки изучают в правовом управлении президента. После документ направят в Госдуму. По словам Чибиса, поправки, в частности, упростят доступ в подозрительные квартиры жилищным инспекторам. Пока им приходится проходить через длительную процедуру судебных согласований. Дайджест недвижимости. В Кирове назвали самых обязательных плательщиков за электроэнергию. Список добросовестных управляющих компаний представил филиал «Энергосбыт-плюс». В тройку самых дисциплинированных вошли ИТС «Комфорт», управление недвижимостью и домами и управляющая компания «Азбука быта». У отличников нет долгов за поставленные ресурсы. Ранее энергетики опубликовали черный список должников за свет и тепло среди управляющих компаний ТСЖ и жилищных кооперативов. В лидерах антирейтинга управляющая компания Октябрьского и Ленинского районов, УЖХ и Горжилкомплекс. Общая задолженность управляющих и обслуживающих организаций только за тепло на январь этого года превысила 2 миллиарда рублей. Дайджест недвижимости. Жалобы на заваленные снегом дворы принимает общественная палата. Горячая линия Центра общественного контроля в сфере ЖКХ будет работать до четверга, 22 февраля. Предполагается, что акция «Чистый двор» заставит управляющие компании работать эффективнее. Кроме информации о неочищенных дворах, жители смогут принять участие в формировании рейтинга управляющих компаний. Звонки принимают с 9 утра до 3 часов дня по телефону 38 14 77. На этом все. В студии работала Анна Лапшина. Дайджест недвижимости.